что как, новости какие есть? Нет, нет, все по-старому. Наши все дома сидят. А что, никого ничего не забирают? Ой, Батырдан почти всех смели. Батыровна. Ой, Аллах, хрен. Да, конечно. В любом случае, Ильдар Ганиев, повестка Кельзаев, ни в коем случае не этот, пусть там, я не знаю, прячется, что хочет, делает. Ну, сюда, чтобы не ехал. Прятаться. Я тебе говорю, сюда, чтобы не ехал. Вот пусть это хоть именно, что делает. Это именно. А за что это интересно? Как я буду прятаться от имени? Ну, как хочет, пусть, я не знаю, хоть страну меняет, без разницы, сюда пускай не едет. На границе Грузии, там, не знаю, что творится, люди бегут. Пусть любые его выходы находят, чтобы сюда не ехал. Попробую еще раз, это Параман. Да. Ну, это Параман, может, по здоровью что-нибудь найдет. Да, пусть думает сразу, заранее, не когда уже придет время, а заранее. Ну, не поняла, уже поняла, 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 поняла. Да. Его там по здоровью тоже плохо, там и сердце у него, и печень там, и чуть. Так, что еще? Ну, вроде все, мам, ну, живой-здоровый. Эти три дня вообще тяжелые были, да, что-то тогда прям вообще озверели, не знаю, что творят. Не буду подробности рассказывать, раненых много, до этого вообще каждый день там тачками увозили. Сейчас в окопах в основном сидим. Я там еще там югрем. Ну вот она ручка на алдын да я, вот записывай, Береслав, Херсонская область, а мы... 72-я бригада, пиши, прикомандированные к 69-й бригаде. К 69-й. Позади нас деревня Красносельская. Красносельская. Да, мы на передке 1,5 километра у нас. Он хотел оттереть служить, это он офицер. Ладно, ладно, он хочет хорошо. Тебя найти, кем ну, хоть берега. Напиши позывной, Батыр, пиши. Вот. А у командира позывной Дон. Вот через него они меня найдут.